Всем привет! Новое видео на канале. Сегодня мы будем клеить пленочку защитную и при этом декоративную на iPad Pro 11 дюймов. Я еще не знаю, какой я цвет выбрал. Вы будете лицезреть, как это все происходит. Лекала. Вот такой случай интересный. Лекала под iPad 11 Pro нет, потому что не обращаются или редко обращаются. Поэтому невыгодно было делать лекала. Специально сняли размеры. Это заняло несколько часов. Несколько тестовых, соответственно, прогонов делали. И после этого будем делать то, что вы сейчас увидите. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, напишите свое мнение в комментариях. Ну а если хотите, то, пожалуйста, обращайтесь. Ссылочка будет в описании. Итак, дамы и господа, смотрите, что получилось. Это просто какая-то бомба. iPad. Каком? Это что за материал? Матрица. А? Черная матрица. И я просто в шоке, как это получилось. Вот действительно, когда эмоции, они, ну вот через край, посмотрите. Иногда бывает вот жестко и некрасиво, а здесь вот все. То есть, чтобы вы понимали, iPad 11 достаточно редкая модель для нанесения каких-либо аксессуаров, кроме там защитных каких-то пленок именно на дисплей, но назад нету вообще ничего и нигде.